В Ульяновске появился колоритный трамвай, расписанный вручную. Его украшают логотипы и иллюстрации издания известного издательского дома «Ульяновская правда». «Живописная десятка» вышел на маршрут 30 апреля, вся в граффити и узнаваемых лицах. Иван Гончаров, Николай Карамзин и Владимир Ленин теперь составляют компанию пассажирам. Также на полотне проглядывается тематика топовых региональных журналов – детского «Симбика», краеведческого «Мономаха» и литературного «Симбирска», изданий, входящих в издательский дом «Ульяновская правда». Художник Данила Лапшин подарил новую жизнь обыденному транспортному средству. «Благодаря «Ульправде» очень рады, что предоставилась такая возможность, естественно, рисовать первый раз в Ульяновске. На официальном уровне, на трамвае. Начальник Засвияжского депо обрадовался появлению вагона «Красавчика». Радик Хайрединов рассказал о впечатлениях горожан. Люди, привыкшие к однообразной печати, бурно отреагировали на живой арт-объект. Всем он очень понравился, кто его увидел. Даже пассажиры звонили, спрашивали, как вы до этого додумались, что надо было давно так бы сделать в таком стиле. Ну, мне лично этот трамвай очень понравился. Оригинально, необычно, прекрасно. Официально разрешенные граффити-художества на транспорте появились впервые в Ульяновске. Вполне вероятно, что парк креативных трамваев вскоре пополнится. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.